конце марта в Москве прошло открытое первенство специализированной детско-юношеской школы ЦСКА по художественной гимнастике. Такого рода соревнования являются традиционными. Они дают возможность специалистам просмотреть юных гимнасток из различных городов страны, найти среди них наиболее талантливых, найти будущих чемпионок. На этих соревнованиях участвует 25 городов. Здесь участвуют гимнастки, которые выступают и представляют вооруженные силы России в младшем возрасте. Поэтому мы уже просматриваем здесь, на этих соревнованиях, перед первенством вооруженных сил России в Москве. И вот в этом году соревнования эти будут первенства в Тольятти, где мы будем уже выбирать 20 лучших гимнасток армейских, плюс групповые упражнения. И выходим на первенство по младшему возрасту, которое будет в Белграде в начале октября. Художественную гимнастику по праву называют самым женственным видом спорта. Она помогает развивать пластичность, грациозность, ловкость, ритмичность, эмоциональность и выразительность. Приехали очень много хороших гимнасток. Они здесь достойно выступают. Но я еще хочу сказать, что вот на наших соревнованиях присутствует девочка Темникова Лиза, которая была главной героиней на зимней Олимпиаде. Поэтому она успела не только там поработать и выступить, а также занимается художественной гимнастикой. Вот она сейчас, наверное, где-то у нас здесь, вот среди этих девочек. 11-летняя гимнастка из Краснодара Лиза Темникова стала знаменитой на весь мир благодаря участию в торжественной церемонии открытия 22-х Олимпийских зимних игр в Сочи. Она с блеском исполнила роль летающей девочки Любы. Сегодня Лиза с увлечением занимается художественной гимнастикой и мечтает стать олимпийской чемпионкой. Наша армейская гимнастика, в общем-то, в России занимает неплохое место. У нас, как выходцы из наших таких же вот маленьких девочек, это Женя Канаева, Рита Лейчук и Аверины, две девочки, которые сейчас блистают на российском помосте и на помосте других как бы мировых таких соревнований. Вот Саша Солдатова. Вот они также приезжали на наши соревнования, наверное, с 5-6 лет. И постепенно, потихонечку мы их показывали. Они занимали свои места, и теперь они в сборной России. Одни из лучших гимнасток нашей страны. Не всем суждено стать чемпионками, но не это главное. Главное – это здоровье, стройность, красота, хорошая физическая подготовка, дисциплина, сила воли. Одним словом, все то, что дает художественная гимнастика.